Фонтан у кинотеатра «Подвиг» снова заработает уже в этом году. Планами на будущее и недавними победами поделились с жителями депутат Заксобрания Елена Киселева и глава муниципального образования город Колпино Вадим Иванов. Фонтан у кинотеатра «Подвиг» не включали уже много лет, а его чашу периодически превращают в свалку. Реконструкцию водомета начали еще в 2015-м, но закончить работу не удалось из-за отсутствия средств. В этом году деньги на реставрацию выделил водоканал, поэтому завершить ремонт обещают совсем скоро. Также в планах местной администрации благоустроить 6 дворов и территорию вокруг стелы «Город воинской славы». Основная задача – сделать мощение плиткой вокруг стелы. Наш город воинской славы, потому что мы стараемся обустроить этот объект до конца, сделать его уже настолько качественно, чтобы в ближайшие лет 20-30 туда не возвращаться. Елена Киселева рассказала, что своей победой считает отмену ежечасных сапсанов через Колпино. Такое нововведение привело бы к тому, что на переездах автомобилисты теряли бы по полдня, пропуская поезда. В прошлом году вопрос решался на самом высоком уровне. В итоге власти вняли просьбам активистов и отменили тактовое движение сапсанов. Сейчас в Колпино идет строительство путепроводов и виадуков. Также горожанам обещают облегчить доступ к платформам. Мы сегодня имеем уже от железной дороги, больше года мы тоже упирались в эту тему, что они расширят нам сегодня проход на платформы. В планах чиновников еще несколько амбициозных проектов, которые собираются реализовать к 300-летию Колпино. Большой юбилей город отметит в 2022 году.